Сезон террас дачных посиделок в разгаре, а значит, в разгаре и сезон жалящих насекомых. Ос, пчел, шмелей. Вот как защитить себя и как не попасться на жало, у нас есть несколько советов. Пчелы любят низкорастущий клевер, а шершни роют норы в земле. Помните об этом каждый раз, когда вам хочется пройтись босиком по зеленой травке. Если вы собираетесь на природу, стоит отказаться от парфюмерии. Сладкий запах цветов привлекает жалящих, поэтому неудивительно, кожа и волосы, источающие этот аромат, тоже могут интересовать насекомых. Если вы собираетесь на дачу, лучше использовать средства без отдушек, а ароматы и парфюмерию лучше оставить дома. Последнее, что вам хотелось бы сделать, это проглотить насекомое, способное вас ужалить. Сладкие напитки и сырое мясо – лучшая приманка для ос и пчел. И чтобы защитить себя и гостей, используйте прозрачные емкости и посуду. Так гораздо проще обнаружить насекомое. В группе риска стать жертвой жалящих поклонницы ярких оттенков, сочных цветов и активных принтов. Это точно привлечет насекомых. Поэтому одежда для дачи должна быть более спокойных оттенков и желательно, чтобы они были приближены к природной палитре. Держитесь подальше от осиных гнезд. Эта рекомендация кажется слишком очевидной, но часто домики жалящих насекомых обнаруживаются в самых неожиданных местах. Насекомые строят гнезда в изгибах ветвей, так что даже во время прогулки не стоит терять бдительность.